Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков провел встречу с сотрудниками амбулатории поселка Горки-10. В рамках волонтерской помощи парламентарий предоставил медицинскому учреждению новые приборы для измерения давления, которые позволят быстрее проводить осмотр пациентов. Они всегда должны быть под рукой и лучше в нескольких экземплярах, отметили медики и поблагодарили за подарок.